Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, императора Мапуче, который ведет Мапучскую империю. Мапучскую империю к процветанию на последнем уровне сложности божество в Seed Mare Civilization 6 на стандартной скорости. Имейте в виду не на сетевой, а на стандартной. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И напоминаю, пожалуйста, не забывайте делать клипы. Делайте клип, кидайте ссылочку в комментариях, и я потом сделаю из этого всего мини-видео этого прохождения. Ну что ж, продолжим. В общем-то, я думаю о том, чтобы нападать на Германию. Я просто хочу посмотреть, успею ли я Гагу. Не успею я забрать Гагу, она опять присоединится к японцу. Просто, наверное, надо будет юниты сюда тогда перебрасывать, ближе к Франкфурту. Ну и национализм с пушками так открывать. Шпионы. Так, ну давайте сначала источники найдем. А второй шпион, по-моему, деньги... Не, теху ворует у Вавилона. Окей. Это меня устраивает. Тут просто открываем города Инка. Ну, тут, собственно, вся территория уже... Тут вот не открыта, но там города явно не будет. Тут вот еще осталось посмотреть. Так, наверное, просто туда ведем юниты. Так... Пока пускай постоит, полечится. Давайте, наверное, туда перебрасывать против немца. И против России потом будем их использовать в будущем. Просто переводим уже все туда. Тут у нас латники. Кстати, тоже надо апнуть. Ну, я сейчас национализм открою. Возьму здесь. Хотя, блин, тут у нас соседство промышленной зоны стоит. Не хочется и либерализм не хочется убирать. Ну, то есть карточку поставить на то, чтобы дешевле юниты делались. Так. Смотрим, что здесь 5 иудаизма. Делаю вот так. Иудаизма остается 1. Отлично. Угольная в Наге. Наверное, хочу юниты построить. Или вообще аэропорт. Ну, уже по... Ну, с другой стороны, я пока не могу самолеты... Ладно, давайте юниты. Значит, на арбалеты я сделал уже всех. Кто у нас тут еще? Рыцари, по-моему, второго уровня и второго. Значит, двух рыцарей как минимум надо. Как раз они... Блин, Микати, как раз их до кирасиров надо. Как раз 3 хода, видите? Блин, может мне быстро в Нгулу еще одного рыцаря побыстряне. А, значит, пускай тут Тадж-Махал один ход начнет строиться, чтобы на него производство перешло. Есть маяк, это значит караван. Ну, то верфи. Знаете, где мы караван купим? Какой у нас тут самый дорогой путь из Уэнта-Мапу. Из Уэнта-Мапу к... Блин, а где это Уэнта-Мапу? А, вот этот. На острове. Мапу уберу. Не нравятся мне эти все названия у всех. Мапу. Уэнте просто будет у нас. Уэнте. Тут мы покупаем караванчик. Окей. Женева. Ну, тут надо, конечно, фабрику, угольную фабрику. Электростанцию.
Так, Жуан объявила войну Василию, и Сандок объявила войну Василию. Там на том континенте начались какие-то терочки. Опа. Но это опять же испанец, возможно, инку объявил войну. Не, мне все-таки написано, мне объявил внезапную войну. Ну это прикол. Да, реально он объявил мне войну. И получается, инк и австралийцы ему объявили войну как мои союзники. Че это на испанца нашло вообще? Тем более он плюс 12 ко мне вообще-то итогу имеет. Вообще удивительно. Возможно, его Хамурапи мог подкупить, кстати. Но, тем не менее, я думаю, что мне испанца бояться не... Хотя он какой-то арбалет идет к Нижнему Новгороду. Но у меня как раз тут перебрасываются юниты для атаки немца, не знаю. Выглядит это странно. Так, я хотел тут рыцаря два хода. И надо будет, наверное, баллистику отложить. Все-таки. Две бомбарды. Ну, пойдемте в радио, наверное. Я верфи уже начал строить. А всадники у нас как раз... Всадники как раз... Нет, это легкая кавалерия, они в этих апаются. В летучие отряды. Ну, как раз можно будет соединить. Мне один, на один летучий отряд меньше надо строить, короче. Так, тут лесопилки рабочими делаем. О, все. Ну, в Куско больше производства даст. Куско отправляем. Не, хороший город я этот тоже поставил, не жалею. Так, он тут продолжает. Мне, наверное, надо миссионеров купить. Вот этим я пойду в эти города. Какой у нас тут побольше? Певен и Наг. Надо сначала обратить. А здесь просто купим миссионеров. Две штуки куплю. Осадную башню можно будет потом в лекаря апнуть. Так, идет сюда. Ну, тогда туда к испанцу не пойду. Давайте возвращать этот юнит. Сюда откроем эту территорию. Хай там испанец сам воюет с инком. Сколько вот у испанца армии? 423. У инка 382. У меня самая сильная армия из всех, не считая византийца. Спрашивается, нахрена ты мне войну объявлял? Причем внезапную. О, Кумаси отвалился, кстати. Подожди, где-то... Где его тут? Где-то тут его захватывали. Да, о, Кумаси... Блин, Бразилия захватывала Кумаси, в итоге Кумаси отвалился и к Вавилону. Ну и Гаага обратно. Я не понимаю, что с Гаагой... И вот смотрите, опять Гаага показывает, что она отваливается. Минус 9. Какого хрена... Ну, вообще, на самом деле, мои губернаторы очень сильно влияют. Вообще, вы знаете, возможно, это как раз из-за моей способности. Вот смотрите, все города в пределах 9 клеток с вашими губернаторами получают 4 лояльности за ход в пользу вашей цивилизации. В пользу, возможно, это как раз минус 4 для Гааги, а не влияет на вольный город, потому что вольный город это как бы не чужая цивилизация, это просто вольный город. И тогда он начинает на него опять влиять Япония. Может, это как-то так работает?
Слушайте, а почему я здесь поставил производственную площадь вместо этого места? Тут было бы плюс 4, а тут плюс 2. Вам не кажется, что кто-то тупанул? Да. Нет, и больше не спрашивать. Давай так, Россия, договоримся. Нет, уголь. Уголь продавать, только усиливать. Убрал, вы навязываете свою политику суверенной державе? Спрашивает бразилец. Я, по-моему, вообще ничего не навязывал. Среднее наводнение у японца, не у меня. Ну, правда, поломало одну ферму. Нарезные стволы получили. Зашибись. Это у Вавилона. И прокачиваем еще на уровень шпиона. Мгновенно обоснов... Давайте подрыв плотины. Я хочу ему тут плотину подорвать. Просто... Мне просто нравится подрывать плотины. Не буду врать. Вот непреодолимое желание подрывать. Это как... подрывать пуканы практически, только плотины. Давайте, наверное, миссионерами сюда пойду. К столице. Хочу конфуцианство оставить. Так, и что тут, собираешься мне ломать священное место что-то, блин? Странный арбалет. Я поставлю карточку все-таки на ап юнитов на один ход, вот вместо либерализма, пожалуй. Или вместо гражданского авторитета. Потому что либерализм на все города действует, а этот не на все. А потом просто быстренько один ход, например, морские традиции пооткрываем или монархию. Ну, два хода, хорошо, не один, два. Так, возвращаем открывание баллистики. Поскакали всеми этими юнитами, рыцарями. Там разберемся с этим арбалетом. Пойдем все-таки на немца нападать. Хочу корпуса поделать. Так, рыцари не нужны больше, так? Арбалеты я тоже сделал. Что у нас еще? Летучие отряды у меня все без... А нет, один апгрейднутый. Ну, смотрите, вот этот всадник в летучие отряды апается как раз. То есть, грубо говоря, я вот этих могу объединить просто, а всадника с этим. Поэтому для летучих отрядов я бы просто ничего не делал. Значит, нас только три латника надо. Ну, а латники — это у нас уже мушкетеры, так что нам мушкетеров надо сделать. Что у меня тут все латники, они тоже очень хорошо прокачаны. Поэтому давайте... Мушки... А, слушайте, у нас еще этот всадник мало, но это отложим. Блин, а куда он апается? А видите, получается, он в кавалерию апается. Мне бы кавалерию не открывать пока. А, я не могу мушкетеров, у нас селитры нету. Слушайте, может, кто-нибудь уже продаст селитру? Вон, у инка 86 штук. Я думаю, что имеет смысл продать. Да. Он уже готов продавать. Я думаю, вполне за уголь. Давайте ему 20 угля даже дадим.
все, 50 это максимум. Значит, за 14 угля 50 селитр. Отлично. Строим. Здесь мушки. Это 20 селитр потребуется. В Кахоке угольная построена. Пока районы еще не могу устроить. Город растет. Ну, тогда тоже мушкетера. Так, в Харихаралае угольная, да, 12. Нам надо 3 мушкетера. Так. Да ладно. Не стану, как раз тогда тут миссионерами добьем это дело. Ну, хотя бы убрался полностью. Да нет, не полностью. Ну, видите, он не стал конфуцианством, просто он не подавляющее большинство. Тут надо, чтобы было подавляющее, это 8, нет, 7. 7 после, как раз миссионерами добьем до этого числа. Просто пока убираем. Иудаизм. Блин, еще тут один остров. Оказывается, может все сюда поставить? Да ладно, еще и Тадж-Махал угнали. Да вы прикалываетесь. Ну это какой-то мрак уже. Дайте чудо. Мне просто жалко, что я потратил на это великого человека. Понимаете? Так, значит, ставим сюда. Скидка в стоимости в золоте на все улучшения юнитов. Вот так. Так, во-первых, объединяем этого рыцаря. Раз, корпус. Теперь этого рыцаря. Два, корпус. Так, тут апаем до летучего отряда. Блин. А чё у меня ходы закончились? Фак. Ладно, давайте убьем тогда арбалет. Где у нас тут бежит всадник? Так, давайте сюда тогда переведем всадника, чтобы с ним объединить. Тут арбалет, арбалет, арбалет. Этих объединяем, ускорили мобилизацию и выполнили задание Брюсселя, оказывается. Формальный повод — колониальную войну Фридриху Барбароссе. Ну, сейчас я все корпуса сделаю, апну юниты и повоюю. Подождите, а в Наге, наверное, в Улье новые. Наверное, сюда надо убрать иудаизм. Блин, тут еще православие какое-то пришло. Блин, я не заметил. Так. Можно обсудить? Нету, да? Вот, потребовать обещания. Не селиться слишком близко. А, не обращай. Опять же, только если это ваша... Да. Ну ладно, давайте я здесь уберу всех последних. Я просто не мог дальше идти, не заметил апостола православия, и там зона контроля случилась. Давайте
А, я могу латников я могу, потому что нету селитры просто. Вот давайте тогда одного латника, это быстрее будет. Кроме того, где мы купим еще из Уэнте в Чикуита? Ну давайте, это все быстрее развивает город, почему нет? Так. А это все не обработано. Тогда давайте здесь строителя построим. И, возможно, я тут куплю поселенца. А, тут город... Тут город Александра Македонского уже стоит. Не думаю, правда, что он будет влиять на меня сильно. А где у нас карточка, которая снижает... Вот, принудительная модернизация. Нам бы еще и вот это открыть. Давайте. Город в 15 жителей. 5 ходов. Ну, вообще, должны довольно скоро открыть это. Гранты, мне кажется, рановато. Давайте лян на аквакультуру, как я и хотел. И давайте пересаживать. Давно хотел пересадить, все время забываю. А вот раз уже... открыл, то давайте в Махендрапарвату лян. А здесь уже как есть, так и пускай стоит. Я думаю, нормально город вырос. Что-то еще не обработано вот здесь. Так, хочу дамбу сломать. Буду потом, у меня гастроли будут по всему миру. Будем дамбы ломать. Есть рост еще. Акведук. Дамба, ага. Ну... Знаете, давайте пока святилище. В принципе, можно подумать, чтобы здесь дамбу, а здесь акведук, и тогда сюда на 4 промышленная зона встанет. Блин. Тут надо опять чудо какое-нибудь... О, кстати, вот это тоже интересно. Может тогда здесь кассу де контрасьон поставить? Потому что она дает плюс 15% всем городам с губернаторами не на вашем... А, первоначальном континенте, подождите. Это не то же самое, что и кхмерский. Давайте посмотрим, где, на каком континенте они находятся. Ну да, все на моем. Нет. Тогда касса не особо интересна. Тори де Белен. Необходимо соседство с гаванью, принадлежащему именно этому городу, да? Кстати, мавзолей не построен до сих пор. А это значит, что его можно Махендрапарвати построить. А-а-а. Это интересненько. Надо подумать. Так, что у нас еще? Статуя свободы. Да, блин. Ну, статую свободы еще можно попробовать. Нет, не строится. А, опять этому городу. Соседство с гаванью, принадлежащего этому городу. Черт. Ну, тогда все. Давайте, наверное, тогда шпиона сначала. Или это уже исчезло производство? Не факт, но шпион что-то долго строится для... Я там много производства потратил на чудеса. Черт. Ну, короче, просто минус великий человек, инженер
Там, по-моему, 700, считайте, производства на чудеса было. И просто нет. Да, православие пошло распространено. Вот Эфиопу реально делать больше. Смотрите, целые... А, ну да, вот тут дофига городов в иудаизме, которые ближе находятся. Нет, надо вот сюда ко мне лезть. Так, стоит тут карточка, да? Повышаем до летучего отряда. Объединяем. Здесь идем. Идем, здесь апаем в пушке. Не, ну надо тогда латника доделывать, ладно. Один ход. Тут вон появились мушкетеры. Давайте так. Так, сколько надо? 20, да? Селитры. Короче, еще 30 селитры надо у инка выторговать. Он что-то сейчас в этот раз больше угля хочет. Нет, это что-то дофига. Давайте лучше мировое влияние. И с другой стороны, у меня и уголь быстро восстанавливается. Ну, так норм. Так, значит, теперь апаем. Так, и объединяем. А здесь так, апаем и объединяем. Двести тридцать до кирасиров. Давайте. Так. И здесь встанем. Блин, надо было здесь становиться. Тут через речку мне придется подходить. Не очень. Так, объединили. И у нас, собственно, вот этот остался. Это мы ждем. Вот у нас тут бегает первого уровня. Давайте их как-то, чтобы они встретились быстрее. Может, Эфиопу войну объявить и убить всех этих апостолов? Дурацких. Ладно, у меня тут самого миссионера есть. Проверка. Значит, два летучих отряда необъединенных. Ага, еще латник. С этим латником не объединены и не апнуты. Ну, в принципе, норм. Все нормально. Больше мне юнитов строить не надо. Значит, строим университеты. А, тут вообще район можно построить. Давайте театралку. Уже надо как-то культуру повышать после универа. Так, я тут купил рабочего. Я его тут строю. Давайте глянем, надо ли мне покупать... Ну, вообще... Я бы на этом месте, наверное, город все-таки поставил бы. Раз, два, три. Да, давайте купим посела. Занимаем острова.
банк до того, как вырастет Кахоке, а потом здесь я поставлю кампус. Гавань, маяк. Вот, тут можно уже убирать. И, кстати, здесь, да, видите, на плюс 2 стало. Баллистика. Итак, боровой двигатель. Одна верфь. Тут я, наверное, куплю верфь просто. Давайте просто куп 1160. Следующим ходом можно будет купить верфь, чтобы ускорить паровой двигатель. Мне надо быстрее в алюминий выйти. Вам не хватает достоинства, чести, набожности. Ничего не хватает. Зато вот эти дяденьки очень красивые. Да, давайте дружба. Я не буду с ним союз заключать, но дружба с шумером почему нет? Так, у бразильца есть красители, между прочим. Почему мы тогда с ним не торгуем? Так, подождите, мне надо на самом деле селитра. Ага, селитра он не торгует, ладно. Ну, у меня там еще два латника не апнутые. Но это опять же следующим вообще ходом можно будет. Так, все армии у меня в корпусах теперь. Нет, соврал, не все. Вот еще одна бегает. Еще без корпуса. Вот теперь у меня точно все в корпусах. Вот эти раненые, они меньше, кстати, распространяют религии. Так что тут борются апостолы за влияние. Так, тут у меня где-то арбалеты были на апгрейд. А, наверное, следующим ходом объявлю войну. Немцу. Я какую-то, наверное, могу колониальную объявить вообще. Так, давайте вот сюда перейдем. Здесь сюда перейдем, чтобы сразу через речку бежать. Там лечимся. Стоим. Блин, хотя тут затапливаемое место. Ну, вообще для города это, по-моему, ничего не сделает. Именно для центра города. Там сломаются, просто почините, город-то останется, не исчезнет. Так, у Ильи новый у нас... Боже, на улице... Кто-то пропердел. Так, кампус. А почему вот сюда кампус не ставится? А, блин, а к какому городу это относится вообще? Ух ты. Так, ну это, конечно, несомненно, надо сюда отдать. И тут кампус на плюс 3. Наверное, стоит поставить, я думаю. Есть верфь здесь. В Певене заканчиваем верфь. И ускорили паровой двигатель. Один ход. Так, в Вимаяпуре один ход до роста, и можно будет какой-нибудь... Ну, давайте пока угольную. Можно будет какой-нибудь район поставить. Кстати, вот здесь можно. Тут будет соседство ко всем районам. Правда, не знаю... А что мы еще не поставили? Наверное, кстати, театральную площадь, скорее всего. Тут небольшое соседство будет, но компьютер так дебильно город поставил.
Мастерская, фабрика. Меня спрашивают, почему я строю фабрики во всех городах, если вообще-то они влияют на жизнь. Ну, грубо говоря, вот здесь построена фабрика, и она уже влияет на этот город. Типа в Преахвихее эта фабрика ничего не добавит. Для того, чтобы можно было построить угольную электростанцию потом, которая дает 12 производства. То есть, если большое соседство для промышленной зоны, то я стремлюсь в угольные электростанции всегда. Так, ну что, дальше в радио. Кстати, я, наверное, где-то могу национальные парки построить. Да, только для этого охрану природы надо открыть, которая очень далеко. Не, я лучше сразу в алюминий пойду. Мон-Сен-Мишель, больше торговых путей. Сейчас подумаем. Я бы вообще в этом городе купил караван, когда я его поставлю. Еще шпион. Так, во-первых, в Питере давайте деньги. В Вавилоне следующим ходом, надеюсь, поврежу дамбу. Так. А этого куда? В Константинополе сколько денег? 402 монеты. В Риме? Не, в Риме мало. А где города Шумера? Подождите, да, вот Урук. Нет, тут не надо, здесь в Константинополь. Имперский город Константинополис. Шпион в Нгулу. Ну, что, аэродром тут ставить получается? Ну, видимо, да. Давайте. Тут уже недалеко до самолетов. Сорок селитры опять надо. А у Австралии нету селитры? Есть, но она ими не торгует. А ну, у кого там дофига? Инк торгует. Но что-то он сейчас в этот раз еще больше попросит. У него... Я ему уже угля дофига надавал. У Колумбии вот много селитры. Мне 40 надо. Блин, у него уже и нефть, кстати, накапливается. Ага, гипс есть. 18 вход. Давайте все вот это дипломатическое влияние. И 5 вход. Не, один даже вход. Нормально. Вот это я приму. АПМ. И объявляем войну немцу. Повод для войны – колониальная война. Блин, тут как раз... О! Трибушетики я снесу. У него тут эти пикинеры, которые против верховых юнитов очень даже неплохо работать будут. Так, какие у него тут стены? Средневековье. Как раз осадная башня в тему. Где тут еще вот корпус? А, даже объявление... Вот это я не в курсе был, что если есть повод для войны, то это очки эпохи дает. Век живи, век учись, как говорится. Так, давайте электростанцию... После электростанции театралку сюда. А потом и кампус там сделаю. И закончим нашу ромашку. Ромашистую.
Маяк, верфь, давайте. Так, ну у нас все, в общем-то, теперь в корпусах точно. Можно список юнитов убирать. Ну-ка, смотрим, что тут немец будет делать. Неприятно видеть, что вы не представляете для нас опасности. Странно. Здесь мы когда-нибудь встретимся на поле боя, мне было бы очень жаль потерять столь ценного врага. Но это Александру нравится, когда другие цивилизации с кем-то воюют. То есть это означает, что я ему нравлюсь на самом деле. Все, ущерб предотвращен, кайф. А плодородность плеток при этом увеличилась. Анхартхом в 15 жителей стал. Эту дамбу разграбили. Кайф. Просто... красота. Значит, у нас тут прокачано время выполнения заданий. Плотину и... Наверное, хищение технологий, да? Блин, ко мне какой-то город присоединился. Сарагоса. Я вот даже не видел этот город. Ну, не знаю, я не хочу этот город. Нижний Новгород еще более-менее для атаки немца, но Сарагоса... Нет, отказываюсь. Они там сами разбираются с ним. Так... Отойду полечиться. Против укрепленных защитников, против юнитов в районах. От других кавалерий. Ладно, давайте прокачаем. А, слушайте, он мавзолей во Франкфурте строит, немец. Фак. Да, я бы тут пока постоял просто. Кавалерии не очень города атаковать. Прямо скажем. Ну, и столкновение иудаизма с православием. Начались погромы. Ну, продолжаю в Куско отправлять караваны. Пойдемте посмотрим, что там выше, чтобы уже понять, что нам с немцем делать. У меня уже такой перерасход очков... Ну, хотя 9. Не сильно. Ладно, не сильно. Сейчас следующая эпоха. Опять золотой век. А все, кстати, были в нормальном, либо в темном. Посмотрим, как сейчас будет. Исправьте свое поведение, мой друг, или чья-нибудь могучая армия исправит его за вас. Блин, чувак, ты вообще неизвестно где. Как можно так бычить, находясь неизвестно где от меня? Ну, просто смешно. Промышленная эра. Тоже золотой век. О, тут золотой век, только инк вышел, между прочим. Ну, в данном случае я все-таки не буду скидка в ресурсах и стоимости ставить, потому что я уже все улучшил. Давайте лучше какой-нибудь... Квартал Медины. Вот это жалко, видите, вот эта карточка не показывает, сколько даст довольствия. Но на самом деле с двумя и более повышениями у меня, по-моему, только два. Только два. Поэтому квартал Медины, например, лучше выглядит. Треугольная, ну, маловато. Я бы на самом деле квартал Медины поставил на
Жилье. Да, давайте. Блин, а ремесленники плюс 55 дают. Производство за соседство районов. Ну, пошли обстреливать. Так, а куда у него делся пикинер? Вопрос. Так, а если я вот так встану, то у него, по идее, да, осада началась. Ну, пока постоим, не хочу. Забирать оставленную реформу денежного обращения, чтобы караваны не грабили. Там инк воюет с Испанией, которая воюет и со мной, и она бы могла мне караваны пограбить. Он тут район какой-то начал строить, кампус. И мавзолей в разработке. Кампус, офигеть. Ну, хотя плюс 2 от геотермалки, но тем не менее. Тут вот, например... Нет, рифа тут нет. Показалось, тут риф. Ай, проатакую. Отойду, чтобы он меня трибушетом не проатаковал. И ставим очередной город по эль-мапу. Мапу нафиг убираем. Это эти мапы сплошные. Монумент покупаем. Строителя. Нет, значит, сначала торговца покупаем. Строителя чуть позже. И начинаем строить сразу гавань. На плюс 4. О, лян здесь. Блин, тут надо тоже рабочих купить, аквакультуры строить. Так, что-то денежки закончились. Еще мне мой уникальный юнит надо купить до открытия кавалерии, чтобы плюс 4 получить. Организация. Мобилизацию пошли. Так, подрыв плотины, хищение технологий. Продолжим похищать технологии. Угольная в Харихаралае. Ну, библиотеки, университеты нужны, ладно. Есть аэродром. Ангар. Быстрее самолеты будут строиться. Почекуток с Петром мир заключил. Нет, не хочу. Мало предложил. Да, поищу в другом месте, тем более, что я просто... Уже рядом с Александром вряд ли поселюсь. Но он не должен... не должна тут... У него отваливается как раз, а не у меня. Ну, потому что у меня золотой век, а у него... А у него вообще темный. Великая Колумбия, Македония осудила. Наверное, забирать будут. Вообще, я вот, кстати, заметил, что частенько именно какой-то ваш сосед примерно одинаково с вами идет по развитию. Они где-то там далеко. Так, хочу убить трибушета, а он убежал. Я думаю, тут нету смысла ждать. Думаю, надо атаковать конями. И забирать город. Удивительно, не было... Не было монумента.
Блин, вот так неохота Дортмунд забирать, потому что опять на меня все ополчатся. Может, как-то русского подговорить, объявить войну немцу, пускай он его захватит, а потом я уже с русским буду воевать. Присоединиться к текущей войне колониальная против Барбароссы. Ничего. И он, кажется, по-моему, это означает, что он на самом деле хочет присоединиться. Просто одну монету, например, дать. Да, видите? Ага, и он еще, кстати, алмазами готов торговать. Подождите. Так, Россия объявила войну Фридриху Барбароссе. Нехватка жилья. Все это убрали. Так, может еще Россия в войну с Испанией? А, нет, видите. В один ход, наверное, только одну войну можно предлагать. А Минилик не хочет с испанцем повоевать? Отношения плохие, кстати. Опять за одну монету. Ну, отлично. Так, кто у нас там еще есть в соседях? Рим, мне кажется, далековато. Но все равно могу его позвать. Хай они там все пилят испанца. Так. Теперь к войне... Ух ты, как стали отваливаться города Вавилона. Может, бразилец хочет вступить в войну с Вавилоном? А, у него союз. Жаль, кто тут еще рядом? Византия. О, Византия вполне. Хаммурапи, оборонительный союз. Так, ну у нас тут серьезные дипломатические переговоры привели, пожалуй, к Первой мировой, да? Выглядит так. Тут надо будет купить рабочего. Давайте пока не тратить веру. Я бы, наверное, еще миссионеров лучше сделал. Кампус. Тут, конечно, плюс 3 кампус, но мне жалко. Я могу еще здесь вот на... А, слушайте, а может мне здесь кампус, а театралку здесь? Нет, все-таки мне хочется вот театралку. А вот тут плюс 3 тоже. Ну тут, знаете, разница не очень большая. Я на плюс 2 поставлю. Я хочу производство оставить на этой клетке. В Канберу-то побольше производство пойдет. Дай тогда в Канберу. Хоть денег меньше, но в новом городе производство, конечно же, важно. Есть акведук. Ну, тут надо убрать... Надо убрать... Пшеницу. Не хочу просто бахать. Ну, надо уже промышленную зону бахать, но... Так, конечно, мы рады. Видишь, у нас дружба, и надо еще союз заключить заново. Вот у меня инк, конечно, хороший дружбан. А японец плохой дружбан. Он даже не дружбан, он просто жбан. Это Эфиопу так нравится, что холмы принадлежат ему, господи. Все остальное пофигу. Главное, холмы мне принадлежат. Так, союз.
инком экономический. Разграблю, пожалуй. Я вот реально все забираю просто этими юнитами, но я не хочу уничтожать немца, что приведет к плохому отношению всех ко мне. Поэтому пускай это сделает русский, я там снижу силу города, защиту города. Верфь. Ну, теперь универ. Так, тут строитель. Тут имеет смысл еще какую-нибудь... ну, можно, наверное, промышленную зону, кстати, вон, на плюс 3. Кампус так точно не будем ставить. Давайте промышленную зону. Тут сначала крабиков... Лечимся. Открываем клеточки. Поплывем сюда. Так, святилище. А что там, дом собраний, производство дополнительно, да? Ну, давайте храм. В русских городах надо храмы строить, видите? Россия для верующих. Испанец уже готов, короче, дань платить. Но я лучше у него... Или хотя у меня там убывают очки. Ладно, что-то там мне... Согласен с тобой мир заключить. Я там еще уже первым не стал по количеству тех. Надо будет глянуть сейчас... Ой, блин, чуть не убили мне. Да не, он не мог убить. Это совсем слабенький уже немец. Так, мародерство. Наверное, ничего не меняем. Блин, я даже третье место не занял в помощи Минелику. Но там что-то инк очень сильно вложился. Я так не могу. Так, давайте смотреть, где там Россия вообще хоть как-то атакует. Или она тут не участвует? Что, мне придется Дортмунд забирать или что? Но я не хочу. Так, с Австралией продолжу союз. Блин, 64 нефти в Австралии. Они там все в нефти вышли. Смотрим по количеству технологий. Первая Колумбия 47. Ну, вообще-то... Я так конкретно отстаю, я бы сказал, от Шумеры и Колумбии, на самом деле. А инк уже где-то здесь. Что там с климатом? 74 хода. Но я сейчас угольных... Вообще дофига настрою. Только я один тут практически. На втором месте Шумер. Блин. Ну, короче, надо...
два капера построить. Давайте заменим кварталы Медины на 100% морских юнитов, и каперы нужны. Вот в Певине капер. Ну, кстати, в Вимаяпуре я тоже могу капер строить, потому что тут есть гавань. Так, здесь я хотел рабочего купить. И в Махендра-Парвати хотел рабочего купить. Потому что тут лян и аквакультура. Так, театралочка сделана на плюс 3. Ну, давайте ее добьем, там амфитеатр, археологический музей, между прочим, там надо для ускорения. Вообще компьютер в культуру очень не любит, я смотрю. То есть у меня больше всех культуры, хотя я практически ничего не делал. Апельсинки у Византии, наверное, вкусные. Инки готовятся к войне с Кореей, господи, да где инки, где Корея? Зачем готовиться к войне с Кореей? Вот где инки и Корея, тут вот. Они просто даже пройти туда не могут. Короче, Россия, похоже, никак не может взять. Экономика, зашибись. Так, в Константинополе... Найти источники. В Санкт-Петербурге украли денежки. Какой уровень можно взять? Контрразведка, беспорядки, нейтрализовать губернатора. Давайте возьмем. Ну, в Вавилоне просто продолжаем техи воровать. Тут уже у нас все прокачано. Подожди, осадная тактика. Осадная тактика это где? Ага. Ну, кстати, тоже норм. Через 4 хода. Чисто пушками уже можно снимать всю защиту. Может, юнитами тогда все просто пограбить, но, ну, правда, фермы нету смысла грабить, они только здоровье дают. Эти открытые границы у русского попросим. Посмотрим, что у него там вообще за города. О, у него мед есть. Вообще не вижу войск России, которые бы хотели что-то сделать. Ну, какая-то он, правда, пушечка стоит. Так, ну и каперы на автомат, пускай исследуют территорию. А второй капер где? Не, давайте сначала капер сделаем. Ну, кстати, маловато жилья. Все равно тут бы поставить пригороды. Вопрос только где? Вот тут тоже можно будет пригород, но для какого-то другого города. Блин, когда наг вот эту клетку, один ход.
Там, по-моему, 4 хода было написано давным-давно. Плюс 4. Жалко, конечно, на холме, но... Я вот это все оставил бы для лесопилок еще будущих. Так что вот так сделаем. Деньги в Куско. Производство тоже в Куско. Вообще, Куско самый лучший город у меня тут для торговли оказался. Давайте черепашек. 225 стоит купить клетку, но оно того стоит. Ну вот в Нгулу, мне кажется, пригород не нужен, тут жилья дофига. У него еды не хватает. Ну, правда, пригород и еду дает, между прочим. То есть можно было бы... А, давайте банк. Вимаяпура Капер. Ну вот можно район строить. Теперь вопрос. Театралка вот здесь плюс 2 даст. Угу. Пригород... Можно было бы, но не сейчас пока. Кстати, он вот здесь скорее всего... Не, вот здесь, смотрите, плюс 4. Центр коммерции не нужен. Ну да, давайте, давайте театралку. Универ. Что там, русские хоть как-то вообще... К Дортмунду. Так, а куда он там хочет... Так, мрамор надо скорее поторговать. Куда он там хочет поселенца вот плывет? Опять где-то в пустыне поставит, что ли? Мои войска просто идут... В смысле, они вообще Дортмунд берут, который ты не берешь. А, не Дортмунд. Дортмунд, Дортмунд, да. Электричество продвинули, зашибись. Радио открыли. Что с алюминием? Один есть, а еще? Смотрите, какая огромная территория, и только один алюминий именно на моей территории. Давайте поищем. Вообще всего 10 из того, что я вижу. Так, много у голландца было. Ух ты, у Сарагосы и Унсы. Может, Унсу забрать заодно? О, и у русского. Так. Значит, во-первых, нам нужен здесь рабочий. Сделать здесь вместо лесопилки. Блин, они так достали с этими... Ну, короче, я уже свою религию, очевидно, никак... Ну, она еще и не моя религия. Ну, религия у Кхмера хорошая. Мне нравится. Я просто, наверное, буду стоять и не захватывать ничего. Может, русский как-то придет, заберет. Город 104 на... 144 науки. По-моему, тоже неплохо. Гамбург, Ахен. То есть вот тут раньше жили немцы. Теперь здесь Калининградская область, Берлин. Ну, грустный старт у немца, скажем так. У него, конечно, тут куча территории, но это просто никакая территория. Конечно же. Просто нету производства. Наверное, создают фабрику и мастерскую. Фабрики дают два производства. Наверное, возьму. Я даже ее вот тут, наверное, использую. А я где-нибудь еще... Есть у меня где-нибудь промышленная зона?
А, вот здесь, кстати, в Уэнте. Вот сюда можно сразу фабрику и мастерскую. Да, туда его перебросим. Отлично. Амфитеатр начну с археологического, потому что мне быстрее открыть именно археологический музей. А художественный так по остаточному принципу. Улучшенную авиацию надо. Ну, то есть нам надо Гамбург. Ну, короче, строим современные самолеты и забираем Россию. Как бы это грустно ни звучало. Раз поскакали ее исследовать. Тут, кстати, не так уж и много клеток под способность лян. Я что-то вот как-то не обратил внимания. Тоже только на побережье это можно строить. Вот в Гифу, например, побольше. Гамбург отваливается. Нифига себе. Что, ко мне прям отваливается так серьезно? Фига я тут лояльностью на них всех действую. Давайте нейтрализуем губернатора, просто чтобы шпион лучше прокачался. Библиотека, универ. Так, что в Хари-Харалае? Вообще тут, походу, пригород надо. Но и центра коммерции нету. Кстати, вот тут плюс 3 центра коммерции. Речка и... В принципе, почему нет? Давайте... Так. И... Ну, под вулканом не хочу пригород. Ладно, с пригородом подумаю пока. Здесь нужен пригород тоже. А вот здесь как раз сюда поставлю пригород. Так, а тут уже театралочка строится, да? Осталось вот здесь убрать под... Кампус, тем более тут жители уже есть. Так, я тут купил рабочего, он тут поработает. Я бы, наверное, купил рабочего, чтобы он быстрее убрал тут рис. 660 следующим ходом. Блин, а тут вообще все я уже построил в этом городе, ничего себе. Мавзолей в Геликарнасе? Нет, не хочу. Статую свободы, ну... Нет, давайте Тори де Белен лучше. Это чудо больше нравится. Да он не заберет никогда Дортмунд, русский, блин. Может, он, кстати, может у них тоже там стоит какое-нибудь ограничение, типа не забирать последний город, чтобы... К нему все плохо не начинали относиться. Блин, 5-й уровень пушки. Не знаю, вот зона контроля для стреляющих юнитов, мне кажется, так себе прокачка. Вот. И все, что тут еще делать? Можно еще, кстати, стрелять, но когда вы стреляете по полностью снятому защите города, то это не дает опыта. Просто имейте в виду. Москва.
Ну, вообще, вот тут, видите, горы, если бы немец сюда поставил город, чтобы горы его защищали, то, мне кажется, русский бы его не забрал. Так получилось, что просто забрали чувачка и все. Так, этого к алюминию ведем. Этим тоже пошли бегать по России. Ну, тут очень быстро все это забирается. Фес. Кстати, можно Фес забрать и освободить. Так, в эту промышленную зону. Универ закончен. Могу, кстати, район. Между прочим, вот тут театральная площадь была бы очень с большим соседством. Плюс 3. Может, все-таки поставить тогда тут плюс 3 театралочку? Хотя будет даже, наверное, плюс 4, потому что это еще поставится. А тут тогда пригород... Ну, сюда, видимо. Чё уж. Что это фиолетовое означает? Подождите. Ладно, в любом случае нам еще крабов обработать. Оказывается, без крабов город... Как они жили без крабовых палочек все это время? Это же мапучский деликатес. Нет, тут на производство все. И Всемирный конгресс по какому-то поводу должен собраться. Неужто... А, блин, там немец мне ломает. Ну-ка... Охреневший хомяк. Ломает гавань свою же. Сам строил, сам ломает. Нормально вообще? Я считаю, что нет. Давайте тогда. Ну, амбар, блин, что-то не хочется. Хотя ладно, все равно. Тут уже жилья нету. Так, ну я думаю, что на этом Испания разрушила город, основанный Римом. Там... Я Рим подговорил напасть на Испанию, а там Испания ему, конечно, наваливает, походу. Гуманитарная помощь японцам, несомненно, поможем. Но продолжение, начало войны с Россией, окончание распила Германии, я думаю, уже в следующей серии. Пожалуйста, прошу не забывать делать клипы, иначе как мне... мини-видео по этому прохождению сделать. Никак, вообще никак без ваших клипов. Что делаете? Вот снизу видео там есть кнопочка, клип. Ссылку кидайте в комментарии. Она сначала не будет видна, но я ее вижу. Не волнуйтесь, я ее опубликую. Все будет. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. Для всех остальных оно выйдет завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!